Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на день рождения для девушки. Украшать будем растительными сливками. В этот раз я решила попробовать украшать кремом Белария. Окрашиваем часть крема в розовый цвет. На гвоздик наносим основание из крема. Сердцевину сделаем мешком с тонким отверстием, зеленым и желтым цветом. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья, женской, мужской и детской одежды. Также постельные принадлежности, товары для дома и многое другое. В этот раз я заказала две подушки пух-перо, размер 70 на 70 сантиметров. Стоит такая подушка 600 рублей. Брюки мужские «Аляска» на рост 190 сантиметров. Стоят такие брюки 1100 рублей. Очень качественные, теплые и приятные к телу. Три мужские футболки. Стоит одна такая футболка 500 рублей. Тоненькая, для тех, кому все время жарко, эта футболка придется в самый раз. Я купила 3 штуки. Три сарафана. Этот сарафан стоит 800 рублей. Очень плотный. Такой сарафан с маками стоит 600 рублей. Ярусный сарафан из хлопка, стоит он тоже 800 рублей. Женские термоноски махровые. Стоят они 70 рублей пара. Все вещи очень качественные и по доступной цене. Я заказываю не в первый раз и могу смело порекомендовать этот интернет-магазин. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек», а также на Instagram оставлю в описании под роликом. Заходите, радуйте покупками себя и своих родных. Насадкой «Изогнутая роза» отсаживаем лепестки. Отсадим шарик из крема на торте и посадим цветок. Сам торт белый бисквитный. В прослойке крем заварной масляный, персик и ананас. Диаметр его 24 сантиметра.
Часть крема окрасила красителем Кредо. Цвет слоновая кость. На основание из крема отсадила зеленые тычинки. Темно-голубым кремом, насадкой роза, отсадим лепестки. Мешком с тонким отверстием на торте отсадим вот такую зелень. Сверху насадкой малая закрытая звезда голубым кремом отсадим цветочки, похожие на сирень. Насадкой большая закрытая звезда также отсадим в некоторых местах цветы синего цвета. На гвоздик наносим небольшое основание из крема. Насадкой «Малая роза» сделаем пятилистники. Насадкой листик отсадим листья. Торт получился 3 килограмма. Заказчика я взяла 2400 рублей. Растительных сливок израсходовала примерно 600-700 мл. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!